Навзаєм, навзаєм. Пане Вадиме, ваш варіант того, що зараз відбувається в Білорусі, чи не йдуть білоруси вже по колу? Будь ласка. Ви делаете комплімент моєму українському языку, я почти все понял. Простите меня, я разговаривал последний раз, последний месяц на трьох языках, да? Если можно, чуть-чуть по-русски поясните мне, да, при всем уважении. Да, мы вас, во-первых, поприветствовали и спрашиваем, по вашему мнению, в контексте последних акций протеста, не пошли ли белорусы по кругу? Выходные. Нет, белорусы по кругу. Протеста. Да, пожалуйста. Да. Спасибо. Вопрос правильный, вопрос отличный. Что же из этого ждать? И есть ли какой-то выход из этого, вот то, что по-английски называется стендофф, да, вот такого противостояния. Смотрите, не похоже, что у нас начинается силовое сопротивление. Не похоже, что у нас есть отряды самообороны для силового сопротивления. Не похоже, что у нас есть футбольные фанаты или пассионарии, которые действительно будут, знаете, как скорпион на Майдане, раскручивать лассо, металлическую цепь и обрушать ее на шлемы беркутовцев. Мы не ждем этого. У нас, видимо, формируется свой способ. Я могу с ним быть согласным или не согласным, но мне ничего не остается, как человеку сопереживающему, болеющему и находящемуся на стороне большинства, как поддержать тот способ, который сформировался. Сформировался способ мирного, ненасильственного, массового выхода и сопротивления. Лукашенко в течение недели пытается отвоевать территорию. Он пытается снимать флаги, он пытается арестовывать, когда нас поменьше. Он ничего не может сделать, когда нас много. Он догоняет хвосты и арестовывает. Вчера было 400 человек арестовано. Да. Но, в принципе, против массового протеста у него нет никаких инструментов. Означает ли это, что этого достаточно? В долгосрочной перспективе, да. Я вас удивлю, но такой массовый протест, еженедельный, он может инспирировать заводские стачки по второй волне. Он может инспирировать какой-то триггер события, после которой расклад сил меняется. Массовый протест – это все, что у нас есть. Но я бы не забывал еще количество флагов и количество вот любых форм гражданского сопротивления мирного, который изматывает противную сторону. Скажите, насколько имеют влияние на улицы заявления госпожи Тихановской и действия Координационного совета? Да, они влияют. Но важно понимать, что даже если в Координационном совете в Минске не останется ни одного человека, потому что мы видим тактику войны с лидерами, да, это тактика прошлой войны, Лукашенко не понимает, что даже без лидеров в Минске протест не остановить. Он готовится к прошлой войне и верит по-прежнему, и его шейман верит по-прежнему, что надо изолировать лидеров, и все это стухнет, несмотря на все руководство телеграм-каналами. Это глупейшая позиция, они не понимают природы этого протеста и отказываются понимать. Кроме того, в их сознании КГБшном, понимаете, любой протест – это обязательно инспирирован кем-то. Я помню прекрасно двух отчаянных шведов-рекламщиков, которые с помощью одномоторного самолета преодолели границу с Белоруссией и разобросали плюшевыми мишками с маленькими плакатами и призваниями территорию окраин Минска. И также благополучно улетели. Руководство ПВО было смещено, так же, как помните, когда РУС приземлился на Красной площади. Так вот, первый вопрос Лукашенко был, я знаю это дословно от первого лица, у которого он спрашивал, да, у меня есть такой знакомый. Первый вопрос Лукашенко был, как ты думаешь, это ЦРУ или это какие-то шведские разведслужбы? Понимаете, он параноик в этом смысле. Ему кажется, что обязательно кто-то руководит. И надо выстричь лидеров, и тогда все остановится. Ничего не остановится, я вас уверяю. Скажите, ждать новых лидеров на улице? Я думаю, что они будут стихийно возникать. Я бы хотел, чтобы сформировались лидеры дворов, лидеры колонн, лидеры командиры отделений, командиры взводов. Я не хотел бы командира дивизии, который немедленно будет изолирован. Вот парадоксально, но так. Тихановская делает невероятную работу. Если бы Колесникова была на свободе, она делает невероятную работу. Но я вам скажу парадоксальную вещь. Поступок, героический поступок Колесниковой, Марии Колесниковой, даже когда она в заключении, даже когда она просто может написать письмо, он делает невероятное для нашей революции.
этот поступок войдет в историю, и Колесникова может больше вообще ничего, ничего не говорить и ничего не делать. Она уже перевернула шахматную доску. Она большая умница и герой. Скажите, Колесникова может заменить на месте лидера Тихановскую? Если ее выпустят из тюрьмы, но мы не ждем такого хода, конечно. Я думаю, Тихановская находится в безопасности. Я думаю, что она все больше и больше вживается в роль лидера, которым она не хотела быть и честно об этом заявляла. Я думаю, что мы имеем дело с настоящим национальным лидером. Вот как она себя объявила, так она себя и ведет. При этом, заметьте, у нее последовательная риторика. Она всегда говорит, что она не собирается быть президентом, она собирается быть промежуточным руководителем, который назначит новые выборы и договорится с ней, договорится с любой обратной стороной. И в этом смысле она очень последовательна. И я очень благодарен Литве и очень благодарен всем людям, которые вокруг нее собрались. Я, например, собираюсь туда добраться уже сегодня вечером. Это будет моя третья попытка из-за ковида. Некоторые авиалинии, да, испытывают, в общем, сложности меня перевезти. У меня уже отменился один рейс. Я сегодня пробую второй раз. Я хочу оказаться в Вильнюсе и тоже помочь в менеджменте и в организации любых процессов. Мы бажаємо вам удачі. Мы желаем вам удачи, господин Прокопьев. Вадим Прокопьев, белорусский оппозиционер, був з нами. Я хотел бы буквально маленький короткий комментарий. Давайте. За многословие. Так, будь ласка. Большое спасибо депутатам Рады. Огромное спасибо тому, кто влиял на Зеленского. Я подозреваю, что ваш министр иностранных дел Кулеба просто мой герой. Он умница, молодчина, и он сделал невероятные шаги. Мы не ждали до выборов, что Украина так поступит. Вы проявили огромную солидарность. Большое спасибо. Дякуємо вам. Ще раз, Вадим Прокоп'єв, білоруський опозиціонер, був з нами на зв'язку.